Добрый день! Сегодня мы расскажем вам про пурпурный чай Чангшу. Секрет стройности азиатских красавиц. Продукт прибыл к нам из Таиланда и, пожалуй, не имеет аналогов на российском рынке красоты. Пурпурный чай имеет много названий. Анчан, мотыльковый горошек, синий чай. Это долгожданный продукт для мужчин и женщин, мечтающих о стройной и красивой фигуре. Пурпурный чай выгодно отличается от других продуктов для похудения, так как он не только способствует снижению веса и препятствует возникновению рецидивов ожирения, но и препятствует возникновению голода и тяги к сладкому. Пурпурный чай обладает уникальным многокомпонентным составом. В него входит L-карнитин, вещество, незаменимое для сжигания жира, которое используется как в спортивном питании, так и в различных жиросжигателях. Допамин – стимулятор центра удовольствий. Пиколинат хрома – вещество, незаменимое для человеческого организма, который улучшает обмен веществ и метаболизм, а также препятствует тяге к сладкому, жирному и жареному. Катехины – пурпурного чая снижает уровень глюкозы и холестерин, способствует очищению организма от холестериновых бляшек, токсинов и радионуклеидов. Также в составе пурпурного чая комплекс мощных антиоксидантов, которые улучшают состояние кожи и волос. Пурпурный чай не только поможет сжечь лишние калории и похудеть, он также улучшит общее состояние организма, сделает вас бодрее и энергичнее, даст силы для новых свершений.